Всем здорово, ребят! Ну что ж, уже совсем на днях, наконец, выйдет летний пропуск на Маджестике. Или уже вышел, смотря когда вы смотрите данный видеоролик. Но это совсем не отменяет того факта, что сегодня каждый из вас сможет получить бесплатно самый дорогой золотой пропуск себе на аккаунт. Поэтому смотри ролик обязательно до конца. Но я желаю всем приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go! Но если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 50 тысяч баксов и 7 дней платинум VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. И не забывай вступать в мой дискорд канал, там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Но я буду начинать, let's go. Ну что, я думаю, многие из вас догадались, что сегодня будет. В общем-то, я решил вас порадовать и в честь, так скажем, начала лета и появления летнего пропуска на Majestic RP разыграть среди своих подписчиков целых 3 золотых пропуска на абсолютно всех серверах Majestic. То есть победителей будет целых 3 человека. Но перед тем, как я озвучу все условия, советую слушать внимательно и выполнять абсолютно каждое действие. Ведь если не будет выполнено хоть одно, то, к сожалению, получить вы ничего не сможете. Ну а условия довольно-таки простые, поэтому слушайте обязательно внимательно. Первое, это, конечно же, быть подписанным на мой канал. Поставить, само собой, колокольчик, поставить лайк под данный видеоролик и написать абсолютно любой комментарий, минимум от 5 слов. Чем больше, тем, соответственно, лучше. Также вы должны обязательно вступить в мой дискорд канал по ссылочке в описании. Там, кстати, частенько проводятся параллельные розыгрыши, и при этом вы там найдете множество разных таблиц и гайдов, которые тебе помогут на Majestic RP. Ну и последнее, третье условие, вступить в мой телеграм-канал. Ссылочку на него я, соответственно, тоже оставил в описании. Там я делюсь своими видеороликами и эксклюзивной информацией своей жизни, именно того, чего я не публикую нигде. Ну и для удобства все условия я оставлю в описании или в закрепленном комментарии. Но итоги розыгрыша я публикую в новом видеоролике, но как только на этом наберется 800 лайков. Но если вы не успеете набрать, то итоги я публикую в новом видеоролике в первый день появления летнего пропуска на Majestic RP. Поэтому скорее участвуй и забирай БП на халяву. Ну а под конец я решил пооткрывать автомобильные кейсы на 250 тысяч Majestic коинов. А что там случилось, вы будете в шоке. Поэтому досматривай ролик обязательно до конца. Ну что, ребят, еще раз всем привет. Я, собственно, нахожусь на своем первом основном сервере, и на балансе у меня 266 тысяч Majestic коинов, которые абсолютно все я сегодня потрачу на премиум автомобильный кейс, поэтому надеюсь, мне повезет. Также что, давайте потихонечку будем закупаться, выбираем максимальное количество кейсов, и давайте просто-напросто сейчас это все быстренько закупим, и уже будем потихонечку это все дело открывать. Так, 2500 у нас есть еще, ну вот, 4 кейса я покупаю, и ровно 444 кейса у меня получилось. Прикольно, прикольно такое количество на балансе. Очень крупное открытие довольно-таки, поэтому мне уже не терпится все открыть. Поэтому потихонечку давайте приступать. Я, соответственно, выбираю 5 кейсов, выбираю быстрое открытие. Ну что ж, успехов мне, полетели. Так, все тачки, конечно же, буду откладывать в донат инвентарь, чтобы в конце продать абсолютно все ненужное и посчитать, насколько я окупился в коинах. Очень сильно надеюсь, что мне выпадет какие-нибудь там эксклюзивные тачки, но пока что такого даже близко не видно. Почему? Потому что все серое падает. Было бы очень угарно и прикольно, если бы мне вначале что-то такое дропнулось. Вот, и на самом-то деле, ребят, мне уже реально не терпится дождаться летнего пропуска, потому что это ну, вообще полная имба будет. Огромное количество людей, новичков, там все что-то выполняют, кайфуют. В общем, ну круто, ребят, дофига контента. Я реально вот уже просто в нетерпении жду, остались прям буквально считанные дни, я надеюсь то, что это произойдет в первых числах июня, там 1-2 числа нам покажут, конечно же, и дропнут уже летний пропуск, поэтому будем надеяться, конечно же, на это. Да и к тому же, я уверен, у нас дропнутся новые летние кейсы летнего пропуска 2024 года, а там, ребят, тоже много всего интересного 100% будут, и как показывает практика, Majestic добавляет, кстати, вот если брать прошлый зимний пропуск, то там вы добавляли, получается, кейс летнего пропуска, то есть там в этом кейсе находились все вещи, которые будут находиться в ленте летнего пропуска, и, соответственно, еще какой-то дополнительный летний кейс. Ну, типа, помните, был зимний кейс, а сейчас будет еще и летний, где будут там различные тоже эксклюзивные тачки, и это, ребят, я уверен, что 100% добавят, ведь так делают абсолютно всегда. Опа-на! Наша первая золотая тачка, 20 тысяч коинов на продажу, это у нас, получается, Bentley GT-шка, да? Вроде так она называет. И, это Bentley Continental, ё-моё.
Стоп, или не Континенталь, или Континенталь. Блин, я что-то запутался. Вроде бы он. Ну ладно, не суть. Первая золотая тачка есть, 20 тысяч коинов на продажу. Это очень даже хорошо. Ну и продолжу свою мысль касаемо кейсов. Будет реально очень круто. Я уверен, то, что столько, ребят, контента вы еще, ну просто нигде не видели. Поэтому, если вы еще не подписались, поставьте лайк, конечно же. И не пропускайте новые видеоролики, потому что я буду одним из самых первых ютуберов, кто будет сразу же в 6 утра заливать, как только выходит обнова. Сразу же гайд на тот или иной пропуск, либо что-то еще. В общем, все самое актуальное, все, что там будет, я буду первый дропать. Поэтому смотрите, обязательно не пропускайте эти видеоролики. Если вы еще не подписались на тот же телеграм-канал, советую это сделать. Почему? Потому что там я буду публиковать только самую актуальную информацию, новые видеоролики и, соответственно, того, чего вы нигде не увидите. Да и к тому же там уведомления будут сразу срабатывать, и вы будете в курсе всего сразу же. Вот. А у нас что? По этому кейсу пока что, кроме одной золотой тачки, ничего не упало, но надеюсь то, что мне еще что-то дорогое выпадет, потому что иначе как мне окупаться? Иначе просто-напросто я не окуплюсь. Мне нужно еще хотя бы минимум 2-3 какие-нибудь дорогие золотые тачки, либо хотя бы эксклюзивная одна вместо двух золотых, и будет реально неплохо. Ну, смотря какие еще там тачки золотые, конечно же, упадут, потому что тут и бывают тачки, которые золотые по 50 тысяч коинов стоят так же, как и на продажу эксклюзивные, поэтому надо что-то реально выбивать, и надеюсь, кейс мне сегодня не подведет. Я очень сильно на это надеюсь. Так, продолжаем дальше. Мне тут звонки, блин, постоянно, блин, звонят, блин, и я не вообще, меня уже бесит просто всякие вот эти операторы бесполезные. Красная тачка, 5000 коинов на продажу, ну, более-менее, но, блин, это не то, что я хочу. Давай, золотая тачка, вторая, должна дропаться уже, либо эксклюзивная, как будто бы реально давно уже их не было, и пора выбивать, потому что вот реально с премиум автомобильного кейса давненько не выпадало что-то эксклюзивного, то есть, типа, я вообще забыл вообще, что такое выбить какой-нибудь там болид, либо эссензу, либо тот же X-класс с этого кейса. Я уже, ну, реально, огромное количество открыл. Ну, понятное дело то, что я окупался с этого кейса, базару нет, там золотые тачки мне падали, но эксклюзивных типа тачек почему-то я давненько не видел. Вот если брать прошлый весенний кейс, то там частенько там выпадали всякие различные тачки, но зачастую в последнее время тоже они начали подводить и перестали дропать какие-либо зеленые машины. Вот, я не знаю, что случилось, как будто бы, знаете, шанс понизили. Я не знаю, как это еще назвать, но я не хочу, конечно же, в это верить и буду надеяться только на то, что я сегодня что-то выбью эксклюзивное. Вторая золотая тачка — это Крузак 300, получается, 16 тысяч коинов на продажу. Это хорошо, но, блин, достаточно такие дешевые машины мне падают относительно того, что может, конечно же, выпасть, поэтому давай, третья золотая тачка, либо... Во! Хорошо. Третья тачка практически сразу выпала от прошлой. Это у нас i8, 13 тысяч коинов на продажу. Более-менее. А у нас еще 150 кейсов. Сюда! Вот это я понимаю. 40 тысяч коинов на продажу тачка. Четвертая машина. Блин, очень хорошо. Три тачки практически подряд выпали, ребят. Ну, блин, все, теперь я точно буду уверен, что я сегодня окуплюсь. Это меня, конечно же, радует. Ну, давай, пятую золотую машину, либо эксклюзивную. Вообще будет просто пушка. Реально будет пушка. Я буду прям очень сильно доволен. Давай, Кейсик, ты можешь. Как будто бы наплакал, ребят. Только начал плакать, и начали выпадать золотые машины. Ну, блин, это хорошо. Так, 109 кейсов, уже даже чуть меньше. Так, мне выпадает, получается, Вилар ERM тачка, 7,5 тысяч коинов на продажу. Вообще неплохо, ребят. Вы понимаете то, что сейчас еще серые вот эти вот красные фиолетовые тачки, которые мне выпадали, я их продам, у меня будет на балике огромное количество коинов. И если еще взять те золотые машины, которые мне выпали, то это, ребят, вообще, ну, просто пушка. Я думаю, сегодня я 100% уже окупился. Мне там плюс-минус уже на 1100 золотых тачек навыпадало, это чисто если на продажу брать. А еще сколько красных, сколько еще серых. Короче, я думаю, я все, что потратил, сегодня реально все окуплю. У нас буквально 60 кейсов остается, и я, конечно же, у меня не покидает надежда на то, что еще должна какая-нибудь тачка сейчас золотая упасть под конец. Но надо реально меня порадовать. Надо порадовать либо эксклюзивной, либо еще золотой машиной. Ну, любой, абсолютно любой, дайте мне машину, пожалуйста. Я все равно так или иначе, ребят, все эти тачки буду продавать, даже золотые,
дальнейшем, потому что мне нужно постоянно для вас снимать какой-либо контент. К тому же сейчас будет выходить летний пропуск. Я, конечно же, буду все равно покупать 150-й левел на максимальный, ну, максимальный левел, короче, сразу закуплю и сниму для вас видеоролик. Поэтому тоже смотрите, я это сделаю, конечно же, в первый день выхода. Поэтому смотрите от меня обзор, там будет такой достаточно он длительный и интересный. Поэтому мне уже реально не терпится посмотреть, что там будет по вещам, по тачкам, ребят. Это вообще очень круто. Прям, ну, я уже в предвкушении, реально. Так, ну что, последние 4 кейса. Золотой тачки, пятой не видать. Ну и ничего страшного, потому что мне сегодня выпадало достаточно жестко, и я на самом-то деле рад. Ну а сейчас я, конечно же, продам все машины, которые мне выпадали, кроме золотых, и посмотрим, насколько я купился в коинах. Ну что, ребят, я продал абсолютно все машины, даже золотые, потому что, ну, блин, смысл их держать, сразу же все продал. У меня вышло на балансе 280 тысяч Majestic коинов. Короче, ребят, я сегодня ушел просто в невероятный плюс. В общем-то, вот такое вот открытие у меня получилось. Участвуйте, конечно же, в розыгрыше на летние пропуска. Ну и всем хорошего дня, всем спасибо за просмотр. Ну а я, в свою очередь, буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про поддержку. Обязательно лайк, подписка и комментарии. Ну а с вами был Москвин, всем добра и позитива, всем удачи и пока!